Венки и цветы в память о погибших принесли к монументу их боевые друзья и подруги. Те, кому просто повезло остаться в живых, вспоминают павших. Орден Леона на груди и слезы на глазах так по-женски. Жестокие бои, друзья-однополчане и раны, которые нужно залечить. Вот что вспоминают сегодня врачи и медсестры, которые вместе с бойцами находились на передовой. Мы вспоминаем в такой день, первое, что это погибших девочек. Мы благодаря них сегодня состоялся этот праздник. Мы чтим их память, всегда помним. Сегодня у нас концерт, который посвящен памяти этим девочкам. Без них не было бы победы. И также у нас есть женщины, которые прошли всю войну. Хочется поблагодарить их, хочется сказать им огромное спасибо, что стали рядом с нашими братьями, и мы сделали эту победу, и мы очень рады. И каждый, наверное, который воевал и долг перед Родиной, заставил нам остаться. Я работала медсестрой 19 лет в Корчевском детском отделении. Я посчитала нужным, что я должна остаться и быть рядом с моими братьями или сестрами. У меня были двое детей, они были маленькими, я их оставила и встала рядом с ними. В нашем деревне, вот Меркула, 360 человек в нашем батальоне было. Очень было страшно, конечно, очень сильные бои, наступления, артобстрелы были очень страшные. Но мы старались не бояться, потому что, когда вот говорили девочке, надо идти в бой, это, естественно, мы должны были быть рядом. Эти ребята смотрели в наши глаза, а мы старались, конечно, не бояться. И мы тоже дух поднимали братьям нашим. У меня брат пошел сразу с первого дня на войну, и я с ними. Я говорю, где брат, там и я. Ну, все мои братья, конечно, были в Корчели, вы сами знаете, благодатный город, ни туда не повернуться, ни сюда не повернуться. Было тяжело, и голодные сидели, и холодные сидели, но дух нашим ребятам старались поднимать. Приходилось и вытаскивать и раненых, и мертвых. Да, и мертвых, ну... По-всякому приходилось. Страха вообще не чувствовала в это время. А вот сейчас вот на самом деле посмотришь вокруг, страшно. А тогда вот не было страха, вообще никакого страха. В конференц-зале Кабинета министров также вспоминали о тех, кто, не покладая рук, сутки напролет работал в военных госпиталях. Старались поименно назвать всех – главврачей, докторов, медсестер и санитарок. Многие из них сегодня кавалеры ордена Леона. Многие удостоились медали за отвагу. Министр здравоохранения Абхазии того времени и начальник медицинской службы при Минобороны Республики Отаросия отметил, что врачи и медсестры – очень значимые фигуры той войны. Благодаря им были сохранены сотни жизней. Только в Гудаутском госпитале, головном военном Гудаутском госпитале, работало около 1500-1600 человек. Так. Медико-санитарный батальон, который работал на передовой, там было около 200 человек, потом прибавились еще. В других госпиталях тоже, в общем, цифру точно назвать сложно, но большое количество. 20 лет прошло, я должен сказать, что практически ничего из памяти не выпало. Потому что это война, которая нас всех сплотила, нас всех объединила, и мы как один кулак все встали на защиту своей Родины, в том числе и медики. Руководители военных госпиталей напоминали о тех условиях, в которых приходилось тогда работать медикам, сутками не выходя из операционных. 13 месяцев толком не навещали свои дома и родных медсестры военных госпиталей. На счету был каждый человек. И, как ни странно, подчеркивали они, все получалось. Большинство даже тяжелораненых выживало. В Афоне мы через наш афонский госпиталь, мы приехали 12-го и уехали 4 октября 93-го года. За это время мы пропустили через госпиталь 2865 человек. Из них оперировано 1937. Я что хочу сказать? Из 1937 человек, которых оперировали, умерло 15 человек. 15 человек – это в основном мартовское наступление. Все удивлялись. Мы просто мыльной водой вот мыли животы, и каждый день полоскали. Они как-то чудом все выскакивали. Вы перед своей Родиной и перед своим народом чисты. Я вам пожелаю всех семейных благ.
С наступающим праздником Победы медиков войны поздравили вице-президент Михаил Логуа, премьер-министр Леонид Лакербая, министр здравоохранения Зураб Маршани. В завершении участники встречи были награждены почетными грамотами и дипломами за вклад в развитие здравоохранения республики. Многие из них представлены к наградам. Белла Кварча, Александр Чернов, Абаза ТВ.